все мы его бывшие друзья, страшно заинтересованы в том, чтобы память о нем сохранилась. Вот на Бурденко была мемориальная комната, которая сейчас, к сожалению, нет. А помните, были из тех людей, которые мы называем на Земле, как без земли, как нет, не есть на Земле, потому что реставратор себя в России также